Всем привет, ребят, с вами Механик, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру, которая называется House Flipper. Игра про ремонт, про капитальные ремонты, про снос зданий, постройку и вот что-то в этом духе. То есть должно получиться реально круто. Так, давайте начнем мы заново. И вот у нас есть дом. Дом, машины есть даже, вон там, видите? Так, а могу ли я выйти отсюда? Нет? Ну давайте осмотрим сначала дом. Так, окна открываются. Что тут у нас вообще такое-то есть? Тут спальня получается, здесь какая-то комната. Тут, видите, задний дворик такой небольшой есть. Так, эта дверь закрыта. Давайте зайдем мы все-таки в центральную дверь. Вот так все это дело прикольно достаточно выглядит. Открываем дверь и... Ух ты! Что за срач такой? Ёлки-палки. Так, сейчас давайте уберем сначала весь мусор отсюда. О, отлично. Чисто! Теперь нам нужен наш лэптоп, нам пишут. Эй, как выйти, чуваки? Вот так вот выйти, понятно. Давайте найдем лэптоп. Ну, видимо, вот здесь он находится у нас. Наш лэптоп. Брузер или ML? Так, Сара какая-то пишет. Так. Привет, мне нужна помощь. Я купила маленький дом. Там что-то три радиатора каких-то. Ванная комната выглядит офигительно, но... Старый туалет мешает мне посрать в него. Пожалуйста, поменяй его. Ну ладно, что ж, попробуем. Итак, судя по всему, я должен поменять туалет. Ну, вроде как, по письму. Ух ты, какой срач! Вы чё, блин, да как так-то? Вы посмотрите. Так. Давайте выберем перчатку. О! Чикс. Убираем, убираем, здесь убираем. Пока это похоже на симулятор уборщика, ребят, но это на самом деле не симулятор уборщика. Так. Ой. Ой-ой-ой, какой же здесь ужас, ужас просто, срач. Вы посмотрите, насколько здесь все отвратительно. Так, вот у нас розетка есть. А как мне ее поменять-то? Так. Отлично, ребят, тут все заржавело уже. Вон, видите, вон провода. Так. Как дальше-то здесь все отсоединить? А, вот. Открутили здесь и открутили здесь. Очень плохо видно, на самом деле, винт. Такс. Офигеть. Ой-ой-ой-ой, куда, куда, куда? Сюда, что ли? Правильно подсоединил я? Чикс. Оп. И ну, последний провод. Закручиваем. Так, новенькая розетка, кажется. Давай, закручиваем. И вот это. И последний винтик. Отлично. Так, здесь тоже грязнище вообще, смотрите. Грязнище просто. Сейчас мы вот это доуберем с вами. Жесть, конечно, тут просто все засрано. Посмотрите, на кровати лежит все. Что за люди вообще? Чего они творят? Так, можно стул куда-нибудь переставить. Пока вот сюда вот мы его переставим, наверное. Так, а стол тоже пока вот сюда поставим. Так что надо будет, наверное, кровать отодвинуть, мне кажется. Вот так вот, а вынести мы ее можем, нет? Нет, не могу вынести пока что.
Давайте вот тут ее пока расположим, чтобы вот здесь убраться. Я себя закрыл! Вот это да! Подождите, подождите. А я думаю, что такое? Почему я не могу пройти? Оказывается, вон в чем дело. Ладно. Тогда поставим пока кровать на место. А вот столик. Столик мы вот сюда вот пока сдвинем. Так. Давайте, ладно, вернем пока это все дело. Вот так. Там где-то еще я видел грязину просто жесткую. Вы посмотрите. Ну это жесть. Это как вообще можно быть настолько грязнулей? О, это ужас, ребят. Ладно. Давайте выберем вот эту штуковину. И сейчас мы все тут приберем. Такс. Как видите, здесь батареи еще нету вдобавок. Стекла тоже, по-моему, вон они грязные все просто. Здесь тоже все грязное. Вот так вот, сейчас все отмоем, все будет офигительно чистое. Просто как для себя сейчас сделаем. Вот с этой дверцей что-то случилось, надо будет ее тоже починить, видимо. Но игрушка очень такая, знаете, умиротворяющая, спокойная такая, класс. Если у вас плохое настроение, то вам стоит поиграть в нее для того, чтобы расслабиться и как-то, не знаю, отвлечься от всех проблем. Очень круто. Чистишь так, чистишь. Не, ну можно, конечно, и дома убраться так, родителям помочь, но... Так. Подождите, какой компьютер? Надо мне вот эту сначала починить штуку. Нет? Ну-ка. Ну давай, вот здесь же надо чего-то поставить. Во! Смотрите, что тут есть. Так. Так. А, кстати, надо в туалет еще зайти. Кто-то писал про старый сортир. По-моему. Да, вы посмотрите, здесь тоже грязище какая. Чикс. Обгадили весь унитаз. Тут тоже все грязное, но ничего. Сейчас мы все тут помоем, почистим. Будет как новое. Ну-ка, давайте вернемся. Так. Куда мы? А куда нам поставить? Унитаз-то нужно. Ну-ка, а повернуть его никак нельзя. О, можно! Лол. Давайте вот так вот трон установим. Что, места мало, что ли? Так. Ну да. Такая небольшая ванная, конечно. Тогда где-нибудь вот здесь его и оставим, что ли? Такс. Ну, по идее... А, вот тут еще надо... О, все закрылось. Классненько. Тут у нас что, все работает? Что-то грязное тоже, походу, что ли. Это климат, видимо, но, как видите, здесь нет батарей. Я бы с удовольствием поставил вот такие вот батареи. Вот такие вот, видите? Но почему-то не могу их пока поставить. Не могу их найти даже. Панелс. Краска. Так, картины можно, смотрите. Да, много чего можно поставить. Двери другие совершенно. Стулья. Такой вот стул можно купить, да? Смотрите. Шикарный такой, офигительный.
Можно куда-нибудь вот сюда вот поставить рядом с батарейкой, он будет стоять. Оп. Так, а что мне надо сделать-то? Радиаторы купить и еще одну розетку какую-то починить надо. Но, видимо, не эту. Это, видимо, работает розетка. А где еще розетка-то? Там под столом. Так. Здесь нормал, розеточка вроде. Чик-чик. Ладно, давайте найдем радиаторы. Так. Где же мне радиатор это найти? Это ванная комната, и здесь нету радиаторов. Ну-ка, лампы, кухня типа. Ковры. Офигенно, ковер можно постелить. Такс. Остальное. Тут книги какие-то, ящики, ну, куча всякого. Так, столы. У, телеки, ништяк. А это что такое? Кафель какой-то. Слушайте, не могу найти радиаторы. Хм. Блин, это плохо. Плохо, потому что их нету. Так. Ну же, давай. Перки, шоп. Что за перки? Так. Ну ладно, это фигня все. Какие-то 5-минутные игры. Вообще не понимаю, где нам взять радиатор, ребят. Я думал, что так и будет как-нибудь, типа радиаторс написано. Но нет, нет. Может быть, в кухнях он? Тоже вряд ли. В лампах. В коврах. О, инсталляция, отлично. Купить. Эй! Я не понял, где мой радиатор? Оп. И оп. Чикс. 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 Все. А, радиатор готов здесь. Сюда еще один. Такс. Закручиваем. Ну, вообще на изи. Как в жизни ставить, тоже так же легко и здесь. Так, смотрим. Осталась нам еще какая-то розетка. Но какая розетка, если я вот эту сделал? Получается, где-то еще есть розетка. Возможно, вот это все-таки. Так, давайте еще чекнем, может где-то. Ну, на улице-то вряд ли, да? То есть получается у нас здесь что есть? Вот там только розетка еще одна. Давайте попробуем вот эту, что ли. Нет. Ее мы не можем чекануть. Так, ну вот так пускай будет. Но я реально не понимаю, где еще мне взять розетку, которая не работает.
Вот эту я, считай, починил. Все, все круто, все четко. Что еще нафиг нужно? О, нашел. Как я угадал, что она там, а? Чикс. Откручиваем. Откручиваем. Так. Этот сюда. Алюминиевые провода, что ли? Что, на медные не хватило денег? Лучше же медные все-таки провода. Так, закручиваем. Видите, они уже оплавились там. Так, отлично. Вернем ее туда на место. Вот так вот. Ну и все. Комплит. Отлично, отлично. Тут доделал ремонт. Так, а тут у нас чего? О, шикарно, шикарно. 24, большая кухня, 24 метра. Выглядит бодренько. А что тут надо сделать? Mail. Хей! Купил дом. Что-то там, туда-сюда. Асап, что такое, я не знаю. Так. Make rooms. Почисть комнату, что ли, это значит? Мне кажется, сейчас меня в другой дом... Да, посмотрите. Закинула в другой дом. Йо! Да ладно! Да такого быть не может, посмотрите. Ну, это жесть, конечно. Это просто жесть. А-а-а. Ребята, это вообще срач дикий просто тут. Вы посмотрите, что тут насрано просто. Это ужас какой-то. Да что тут вообще происходило? Что? Нет. Ужас. Тут бомжи какие-то жили просто. О, тут подвал есть еще, вы посмотрите. Такой для пыток чисто. Dangerous. Ну что, ребят, наверное, на этом первый взгляд можно закончить. Если вам понравилось и вы хотите продолжение этой игры, в которой можно делать вот так вот ремонты и прочее, ну, игра действительно прикалывает, то ставьте смело лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Механик, и всем пока.